Всем привет, с вами Варлав, и на подходе очередное событие от наших любимых разработчиков. На этот раз они решили выкатить информацию аж за неделю, что по последним меркам просто шок. Событие пройдет с 28 марта, 17.00 МСК, по 4 апреля, все так же, 17.00 МСК. Во время события будет двойной опыт, так что это отличная возможность подкачать очки героя или ваших твинков. А полезное видео и статью по вашей прокачке вы найдете в описании. Чтобы поучаствовать в празднике шута, найдите один из шутовских павильонов рядом с городами Эбонхарт в Тонфелсе, Вульхельский дозор Ауридон и Даггерфолл Гленумбра. Если вы не знаете, как туда попасть, возьмите начальное задание праздника шута во внутриигровом кроном магазине. Пообщавшись с шутами-имитаторами Короля Скальда, Королевы Арен и Верховного Короля Эмерика, вы получите сувенир «Пирог Беспорядка». Ранее он был необходим для получения бонуса к опыту. Теперь же этот бонус работает всегда. За выполнение ежедневных заданий праздника шута в качестве дополнительной награды вы будете получать по шкатулке праздника шута. Первое задание праздника шута за день будет давать вам невероятную шкатулку, дающую еще больше подарков. И снова стоит отметить страницы стиля шутовского искателя. А из старого и интересного довольно дорогие куски для сбора костюма Дейдрота. На них можно неплохо заработать. Как обычно, праздничные коробки не единственные подарки, которые вы можете собрать во время прелюдии к настоящему празднику. За выполнение первого задания фестиваля шутов, выполняемого каждый день, вы будете получать 3 билета событий. Таким образом, за все событие вы сможете собрать 24 билета событий. Это, конечно, меньше, чем на прошлом событии, но вы не расстраивайтесь, ведь сразу после праздника шута нас ожидает годовщина игры, где нас просто засыпят подарками и ништяками, как всегда, обваливая рынок игры. Билеты можно тратить там же, где обычно. У импресарио вы сможете купить питомца беса иллюзии Молокбала, собрать все 3 части новой раскраски мастера слияния миров, а также будут доступны привязанные части костюма Дейдрота, весьма популярного на прошлом фестивале. Также помощник импресарио Филия Дарьме продаст за билеты фрагменты для питомца нестабильного Морфолита и фрагменты для дома 21 года Плата гибельного пепла. У торговца Индрика можно прикупить все тот же набор, как и на прошлом ивенте. Перья первозданного Индрика, ягоды для преобразования первозданного Индрика в Индрика Рассветного Леса и в Призрачного Индрика. Также будут доступны 2 питомца – Весенний Индрик и Эфемерный Индрик. Давайте закрепим самое важное. Событие «Праздник шутов» начнется в четверг, 28 марта, в 17.00 по московскому времени. И закончится в четверг 4 апреля в 17.00 по московскому времени. Всего мы заработаем 24 билета событий. Спасибо вам за просмотр и моим бустерам за их щедрую поддержку в создании контента. На моем канале Boosty вы также сможете найти много полезной информации и комментариев по игре. Заказать обучающий рейд или консультацию по игровым механикам. Буду ждать вас в гости. Пока и до встречи.